Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Call of Cthulhu. Последний раз мы остановились на том, что нам нужно дождаться вот эту тележку и поехать на ней, спрыгнуть в одном месте. Я даже знаю где, но позавчера, по-моему, я играл. Так, ну давай. Чё ты не залез, ёлки-палки? Позавчера я играл, был жутко уставший, хотя времени, в принципе, было немного. А сегодня уже 3 часа ночи. Я опять приехал со своих дел. Завтра у меня выходной, поэтому можно побаловать. Так, если ты будешь лезть, конечно. Какого хрена ты не лезешь, я не понимаю. Так, там у нас ходит еще один архаровец. Давайте дождемся. Что-то я не понимаю, почему она не получается залезть у меня на нее. Что-то странное. Еще одна попытка. Если сейчас не получится, то придется остановить запись, пока не залезу разбираться. Так, ну что ты, мать твою, за ногу? Ну что ж ты, скотина? Ладно, ждем, короче говоря. Наконец-то я залез с каким-то непонятным совершенно трудом. Это было очень странно. Почему-то он у меня залез, просто останавливался на ровном месте и застревал в стене невидимой. Никак не хотел пролезать в эту тележку для перевозки руды. С чем это связано, я не знаю, но в итоге у меня все получилось как каким-то непонятным образом, и при этом что-то стало со звуком. То есть эмбиент, который играет на заднем плане, он прекратил свое существование, просто заткнулся. Если это не изменится в дальнейшем, то просто, я думаю, надо будет сохраниться и загрузиться, и все станет на свои места, потому что играть с такими глюками не очень приятно. Да ладно. Самое главное мы сделали. Это мы залезли в тележку. На это мне потребовалось где-то минут, наверное, 5. Так, и сейчас нам нужно вон туда спрыгнуть. Сейчас, давай. Отлично. Стой! Так, там внизу у нас супостат-недоброжелатель. Да блин, что ж ты, подлый ты такой, а? Я жажду мести. Хорошо, там еще один. Все, отлично, оба прилегли. Так, и мне, видимо, наверх. Потому что вниз я по-любому тут не пролезу никак. Так, ну и что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Так, вот это вот самая непонятная тишина, про которую я вам говорил. Нужно найти сейф, сохраниться и загрузиться. Так, это что? Обработка руды. Так, это... Я не могу открыть двери клетки. Я рад за тебя. По-видимому, эта стена из ветхих механизмов контролирует давление. Ветхих? Это не подсказка ли? Ну, давайте посмотрим, что у нас дальше. Так, регулировщик давления. Это вентиль для понижения давления. И пошла заставка, вернее загрузка. По какой-то непонятной причине. Ну да ладно. Опять я не могу двигаться, секунды 2-3. Так, а что это я открыл? Дверь заперта. Да, отстань. Там у нас пар. Но сохранимся, по крайней мере. Сохранимся. Так, время, как вы видите, четвертый час. А мы все сидим. Меня девушка моя точно завтра будет пинать, потому что похоже, мы пойдем не на пляж, а будем отсыпаться по самой небалуй. Так, это тут у нас пар идет.
А мы, значит, пойдем сюда. Его тело обуглилось до черной кости. Это вообще такой? Судя по шляпе, это... Мертвый агент ФБР. Да, это федерал. Так, и что это за спуск? Ну, бери, ёлки. Давайте подлечимся тогда, раз у него со здоровьем все хорошо. Вернее, с аптечками. Как пусть у него будет хорошо все со здоровьем. Ах, конечно, процедура лечения довольно долгая здесь, занимает время. Но, в принципе, это неплохая такая дань реализму. И по-своему тоже влияет на атмосферу. Конечно, казалось бы, вот какая в игре густая, гнетущая атмосфера, какой отличный сюжет, какая постановка хорошая. Но насколько при этом игра дубовая, это же охренеть просто. В плане боевой механики, в плане стелса, в плане просто перемещения даже, игровой физики. Это абсолютно дубовая игра. И это серьезно портит впечатление. Так. По-моему, я что-то слышал. Да, ты слышал, по-моему, как тебе пули в спину влетают. Так, у меня что, патрон не осталось, что ли? Ну-ка, давайте посмотрим. Да, один патрон остался. Давайте походим с Кольтом. Кольт, он, конечно, послабее. Но... Ты где там? Умер, нет? Блин, не забывать бы перезаряжаться. Да что ж ты, блин, а? Пуль непробиваемый монах. Ну, наконец-то. Сколько я в него? Обойму полторы выпустил, по-моему. Ну, все, невозмутимо принял внутрь. Скотина. Закрыто. Закрыто. Так, я не понимаю, куда я иду, конечно, но куда-то иду, по крайней мере. Так, это у нас что такое? А, это туннель тот самый, по которому мы катались. Что-то меня терзает смутное подозрение, не был ли я тут до этого. Это вообще тупик, похоже. Да, судя по всему, тут делать особо нечего. Ну и хрен с вами. Чем больше тупиков, тем меньше пути остается, куда стоит идти, тем сложнее заблудиться. Теперь мы точно знаем, что сюда нам не надо. Следовательно, мы пойдем вон туда. Вперед. И добьемся успеха. Каскад фильтров для подачи масла. Так, ты нам, интересно, пригодишься при решении какой-нибудь головоломки. Запомним там каскад фильтров, чтобы это не значило. Закрыто. Так. Смелтинг. Хер знает, что это такое, хотя английский вроде неплохо знаю, но технические термины такие... Может, плавочная какая-нибудь, потому что мелт это плавить. Один готов. Второй готов. Что-то меня сегодня на меткость пробило. В прошлый раз играл, блин, с 2 метров не попадал. А тут прям ну вообще. Расстрелялся. Так, и что? Закрыто. Закрыто. Не поддается. Что такое? Так, ты где? Тихо, тихо, тихо.
Я не совсем понимаю, откуда он меня садит, откуда-то оттуда, наверное. Поэтому я поднимусь и уже оттуда будем танцевать. Ага, вот это. Нехило ты меня пострелял, скотина. Ладно, хоть аптечек. У меня как-то берегу их. Аптечек хватает всегда. Да, еще целых 6 штук. Так победим. Еще аптечка. Ну просто замечательно. Это все, что ли? Мы за аптечкой только сюда ходили. Это прискорбно. Так, мы, видимо, вот сюда. Да ёб твою мать. Блин, с одного метра падаешь, и то, блин, у тебя повреждение. Вот сейчас вот смотрите, у меня опять что-нибудь там не так. А нет? Ну ладно. Ну чё ж тогда завизжал, и экран кровью покрылся. Плади скрин. So real. Ага. Да хер с тобой. Так, а тут у нас что? Блин, я не уверен как-то, стоит ли мне сюда идти. Ну да ладно. Так, это что это такое? Это про меня или... Твою мать! Блять. Наверняка сказать нельзя, но похоже, это остатки агента Несси. Это, блин, просто жесть вообще, слов нету. Это же надо охеренно. Это, блин, ну, конечно, это жесть, это жестоко, но это так ржачно, я не могу. Ой, блин. Охренеть. Не поддается. Видимо, сюда надо будет потом. Ну да. Так, нам не сюда ли? Давайте-ка тут дверь проверим. А, здесь у нас Danger. Так. Тут у нас что? Тут у нас то ли снег, то ли соль. Видимо, все-таки соль. О, Томпсон. Томпсон — это хорошо. Томпсон — это просто отлично. Сколько у меня патронов-то для него? О, 200 патронов. Хоть жопой жуй, как говорится. Будем использовать Томпсон, пока дают. Потому что опять отнимет кто-нибудь потом. Так, сохранимся. Да, дробилка испачкана в крови и внутренностях агента Нельсона. Отлично. Ой, 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 не надо туда падать. Чё, дурак, что ли? Так, и как мне? Мне, видимо, туда. Как мне туда попасть? Будем искать, будем искать. Угу. Вон она что. Так, а что у нас тут написано? А, только авторизованному персоналу. Блин, ну запрыгай ты, елки-палки, что ты тупишь? Ну говоришь, багованная игра, конечно, да ужас. Это на лицензии. На пиратке она у меня вообще не захотела устанавливаться. Какого хера я опять в дурке? Блин, надо уходить отсюда. Жесть. Блин, пустите меня в какую-нибудь камеру. Вот в эту. Ёбкарный бабай.
Я ненавижу такие моменты, мне это сейчас совершенно не нужно, я забьюсь в угол, буду сидеть и плакать, как истеричная девочка 5-летняя. Фу, вроде отпустила. Да, такие приколы, конечно, нам не нужны. На улице ночь. Мы идем по этой раздаточной ленте. Стоять, марш! Прощайте, мистер Уолтерс! Ух, твою мать! Я так и знал. Так, блять, а что делать-то? Там же некуда сворачивать. Охереть. Я сейчас покроюсь, похоже, мохнатой. Я умру. Блин, еще ты бы тут молчал, козел. Во, во, а может сюда? Тихо. Меня преследует. Он меня зовет. Что я здесь делаю? Так, это... Во что я превращаюсь? Во что ты превращаешься? Ты чуть не превратился в фарш. Они меня найдут. Кто тебя найдет? Блин, это... Он меня зовет. Это было предсказуемо, в принципе. Я так и подумал, что раз мы так долго по ней идем, то... Что-нибудь да будет. Так, а что мне теперь делать? Мне, видимо, туда же идти. Давайте еще раз сохранимся. Я не хочу по новой переживать этот момент. Сколько там уже времени-то у нас? 30. А сколько в игре уже наиграно? Да похеру. Сколько наиграно? В конце посмотрим. Да блин. Что ж ты тупишь? Сейчас я этого марша нашпигую, блин, свинцом. Мама родная не узнает. Скотина. Зафаршировать меня решил, да? Ох, блять, ты мне ответишь за это. Я тебе не агент Нельсон. Скотина сквозанула уже. Так, и что? Как минимум одного я вижу. Вон еще один ходит. Тут я. Еще один. Так, постараемся по-тихому. Или нет? Да падает, ехал. Проорал ты, конечно, мощно, Джек Уолтерс. Тому персонажу, который тебя озвучил, я бы сам с ноги лично пробил в табло. За все, как говорится. Так, и что мы тут имеем? Так, нас уже кто-то видит. Чужак, стоять! Ой-ой-ой. Давай. Вот так вот. А, и закрылась, да?